Всем доброе утро! Сейчас 6 утра, и мы едем в Памук-Кале. В пути мы будем еще 3 часа, еще все сонные. Скажи, Тая только позавтракала какое-то, тут остановились на стоянке, яйцо съели. Вот, уже потом, когда приедем, расскажу, потому что не могу спать, еще хочу. Хочешь, выходи, постой на улице. Сейчас уже через 2 минуты поедем. Хочешь, выходи. Как всегда, перед Памук-Кале мы заехали на фабрику Оникса. Вот, хотя я думала, мы это сделаем после. Ну, буквально на 10 минут. Мы ничего не покупаем. Тая, мы ничего не трогаем, чтобы ничего не нужно. Мама, да? У нас дома прям такое же, да. Только коричневое. Такого тут нет, только коричневое. А у нас дома яичко, да, такое есть? Да, только оно коричневое, тут нет такого коричневого. А тут зелененькое. Идем? Сережки, видишь, собрали. Что там нашла? Аметист. У кого голова болит, нужно ставить в изголовье кровати, говорят, боль проходит. Не знаю, правда или нет. Это я пациент. У меня постоянные мигрени. Мы зашли уже в само Памук-Кале. И вот здесь все раздуваются, потому что в обуви пройти нельзя. Мы тоже сейчас где-то свои тапочки оставим. Да, Таюсь? Таюсь, бери, раздувайся тут. Давай. Вот сюда ставь краешек, чтобы мы их не потеряли, поняла? Разулась, и я сейчас тоже, давай. Памук-Кале в переводе с турецкого – это хлопковый замок. Вот позади нас начинаются травертины, куда мы сейчас будем спускаться. Белая вдали – это соль. Вот здесь, где уже более коричневая, это уже мертвые травертины. Их уже вытоптали туристы. А мы сейчас пойдем туда, где красота. Народу сегодня здесь как никогда. Я была, наверное, 5 лет назад последний раз. Вообще не было людей. Здесь, наверное, со всех регионов. Мармарис, Кемер, Анталия, все сюда сегодня съехали. Так, где бабушка наша? Тай, подожди. Ну что? Теплая? Повернись! Осторожность, может быть, скользь такая же. Там глубоко. Таечка, мы идем туда ниже. Туда проходи, давай. Ну и что, здесь у всех мокрые шорты. Проходи, Таюся. Это не страшно. Да, иди. Проходи вперед, я за тобой иду. Насыщенные кальцием термальные воды вышли на поверхность и образовали вот такой вот удивительный ландшафт. Мы нашли более-менее пустое пространство здесь. Вода горячая. Да, опускайся. Оп. Давай,
вот сейчас кто-то свалится, да? Ну что ты ее замутила всю воду, она была такая прозрачная. Сейчас попа будет мокрая, да? Мы с Таюсей дошли уже до более-менее красивых мест, где все беленько. Да? Еще не успели вытоптать здесь все, скажи. Да? Таи все ноги соли. Выпрямись ровно. Вон, да, покажи. Таджиков напоминает. И все пришли мыться. Таюза, скажи, что они там делают, а? Купаются? Внутри, в глубине этой горы, находятся термальные источники, гейзеры. И вот когда раньше, очень давно было землетрясение, эта вода повыходила наружу огромными потоками, в высоту по 400 метров и очень горячими. И вот образовались вот такие травертины. Тысячелетиями. Говорят, что, возможно, скоро Памуккале вообще закроют для туристов. И по вот этим травертинам ходить будет нельзя, потому что люди вытаптывают это природное такое вот чудо, визитную карточку Турции. И ЮНЕСКО говорят, что скоро ведет запрет на хождение, только оставят какие-то смотровые площадки сверху, с которых можно будет наблюдать вот эту красоту. Течение, смотри, как унесет тебя туда вниз, да? Температура воды в этих бассейнах 36,6 градусов. Они очень горячие, но местами там глубоко, поэтому Тая оденет на рукавники у нас, да, Таюсь? Да. Тая маленькая по росту. Иди сюда. Смотри, какая сзади красота. Отойди. Сосульки, да? Иди посмотри, Таюс. Стой там, где стоял. Стоишь? Что ты хочешь, залезть туда? А? Давай. Перешагивай. Осторожно. Иди, Таюсь. Давай, сзади люди идут. Проходи. Проходи вперед.
Проходи, пойдем уже наверх. Я поэтому стою. Не, это долго. Давай. Там толпа идет. Такое ощущение, что у людей дома душа нет. Они сюда купаться приходят и мыться. Бассейн Клеопатры – это водоем, образованный искусственно, трудом людей. На дне лежат колонны и архитавры портика, который окружал сооружение с четырех сторон и был разрушен землетрясением в 7 веке нашей эры. Она уже раз пять отсюда прыгнула, да? Уши все намочила. Всех брызгает. Даже не слушается. Мама, не разрешает снимать бассейн. Да, и как себя вести тоже не разрешает. Я боюсь телефон уронить. Народу много, вода горячая. Да? Давай уже будем выходить, да, надо было GoPro собрать. GoPro надо было брать на селфи-палке, да? Ну, уже поздно, уже время, ты на все посещение Памуккале нам дали всего 3 часа. Это катастрофически мало времени. Потому что пока мы обошли травертины, уже ушло где-то часа полтора. Потом бегом-бегом быстро переоделись, бежать в бассейны. Там толком даже 40 минут не покупались. И уже смотрим, время уже сбора возле автобуса. Еще пока таю, одели-раздели. В общем, это мало времени. Здесь, конечно, минимум 4-5 часов нужно. В амфитеатр и в римские бани мы вообще не дошли. Просто не успеваем. Вот я сейчас покажу. Сзади остались только руины. Там где-то за моей спиной, на заднем фоне. Чуть-чуть видно. Иераполис. Античный город. Он был разрушен землетрясением и отстроен заново. Слева от амфитеатра есть некрополь, туда мы тоже не дошли. В общем, общая площадь этих руин где-то 7 километров, но это нереально за такое короткое время все обойти, конечно. И вот мы идем потихонечку уже на выход. Этот древний город называется Иераполис. От него осталось очень немного, кроме амфитеатра. Вот ты можно встретить остатки колонн, какие-то арки, водопровод. Тут еще бассейн есть, но он не древний. Но он тоже, ему очень много лет. В бассейне Клеопатры мы купались, да, Таис? Он тоже античный, очень древний.
Здесь, в 80-м году 1 века нашей эры, был распят один из 12 апостолов, святой Филипп. В 1354 году фракийское землетрясение окончательно разрушило город. Это перец красный висит, сушится, сейчас ближе подойду. Вот он, болгарский перец. Весь ресторан в перце. Это наша последняя остановка по пути домой. Мы уже едем в Мармарис. Да. Да, я поспала немножко в автобусе, да, Таюсь? Тебе понравилось Памуккале? Да. А что понравилось? Иди расскажи. Мне понравились деревни, разрушенные стены и бассейн. Не, в Памуккале все было классно, но времени у нас было очень мало, чтобы все осмотреть, конечно. Если бы мы не заезжали на фабрики, да, если бы мы не заезжали на текстильную фабрику, на эту, на Оникс, конечно, еще пару часов нам не хватило. Да, до развалин не дошли, да? Наверное, завтра будет дождь.